Тыква-улыбка. Сорт выведен гну в ней сок в 1998 году. Раннеспелый, 85 дней. Растение кустовой формы, образует до 6 коротких побегов. Главная плеть короткая, до 1 метра. Плод шаровидный, слабосплюснутый, гладкий или слабосегментированный. Одновременно формирует на одном растении до 7 плодов массой 0,7–1,0 кг. Окраска фона ярко-оранжевая с неяркими белыми полосами. Кора средней толщины, кожистая. Мякоть ярко-оранжевая, средней толщины, хрустящая, сладкая, с дынным ароматом. Вкусовые качества отличные. Семенное гнездо малое. Посев, на рассаду 1–15 мая, в грунт конец мая, начало июня, когда почва прогреется до 10–12, семена заделывают на глубину от 5 до 10 см. В одну лунку высевают по 2 семени. После появления всходов слабые растения удаляют. Высадка рассады, 20 мая, 10 июня, в фазе от 2 до 4 листьев, длинноплетистые сорта сеют рядовым способом по схеме 1,4–1,0 метра. Уход за растениями включает прищипку главного стебля, боковых плетей, после завязывания нескольких плодов, полив, прополку, рыхление и обязательную подкормку. Уборка урожая, 20 августа, 20 сентября по мере созревания. Тыква крупноплодная оливка – это травянистые. Тыква крупноплодная оливка имеет ультраранеспелый срок созревания. Его плоды созревают в месяц август-сентябрь. Плоды имеют массу от 700 до 1000 грамм. Форма у плода шаровидная. Цвет плода ярко-оранжевый. Вкус сладкий. Годом создания растения считается 1998. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.